Українські лікарі приєднуються до соціальної акції «Зроби більше, я обираю, я донор». Таким чином вони хочуть закликати українців підписувати прижиттєві згоди на посмертне донорство. Зокрема, усі лікарі центру «Ахмадит» підписали таку згоду. Ми вирішили запитати у містян, що вони думають про донорство після смерті. Якщо сам чоловік согласен, якщо родственники не проти, то чому б ні? Кому-то спасеш життя, а сам, по суті, нічого не втратиш, все одно вже умер. Все зависит от человека. Если человек хочет, ну, кому-то помочь, то, ну, это уже как бы его дело лично. Написал, что отдайте мои органы, а не так, что врачи захотели и забрали. Я думаю, только так. Только по твоему собственному согласию или родителей, родственников, кого-либо угодно. Если, конечно, это может помочь кому-то там. Но все равно только со согласия. Ну, это будет какая-то помощь. Смертнику уже все равно не поможешь, а кому-то живому. Для родственников тоже хорошо. Его сердце, его родственника будет жить дальше в какого-то другого человека. Ну, потому что надо жизнь спасать. Есть люди, которые молодежь, хотят жить, дети. Я очень даже поддерживаю. Мне уже не надо будет. Ну, потому что я уже умру, и мне не нужно будет это. Я считаю, что в принципе это, ну, нормально. Ну, человеку, если безвыходка, и если человек считает, что, ну, он все, ну, он не живет, он понимает это, если он осознает это, ну, то почему бы нет? В принципе, это все решаемо. Зато, он, уйдя он поможет кому-то другому человеку выжить. Я не против, но только они вряд ли уже кому-то понадобятся, такие поношенные, потрепанные. Это надо так делать? Потому что человек умирает, спасает жизнь. Лучше этого ничего нет.